Вот и наступил этот долгожданный день. Поздравляю всех вас с десятилетием Майнкрафта. Поднимем же наши бокалы, наполненные вишневым соком. А может, кто-то хочет и покрепче? Например, детское шампанское? Всякое может быть. И выпьем до дна. Увы, этот ролик я делаю раньше 17 мая. И не могу предвидеть, что же нам покажут сегодня разработчики. Но надеюсь, что-то очень крутое. А пока что я хочу предложить вам посмотреть, как сильно менялся Майнкрафт за все эти 10 лет. И показать вам, что раньше может и было атмосферно и лампово, но все же стало лучше. И не стоит забывать, что раньше и вы все были младше. Так что без лишних слов. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед, за истиной. Hey, ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Но у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Это видео не совсем обычное. Здесь не будет много текста, красивых фраз, только вы и Майнкрафт. Это видео нацелено на две фракции. Для новичков, которые только начали свой путь знакомства с Майнкрафтом и хотят узнать, каким же раньше был Майнкрафт, из-за чего он стал известным и как он изменился. И второе, это олдфаги, бывалые старички, первопроходцы, которые не понаслышке знают все трудности, которые связаны с игрой. Предлагаю вам усесться поудобней, взять теплый чаек, укутаться в одеяло и вспомнить то время, когда вы были маленькими, когда ваши родители загоняли вас спать, а вы хотели посидеть чуть дольше, ибо должны достроить дом. И ты никогда не знаешь, в какой момент ты запустишь Майнкрафт в последний раз и начнешь взрослеть. И с каждым днем все больше и больше забывать про эту чудесную игру. Наслаждайтесь. Thank you.
Вот мы и подошли к тому, что мы имеем сейчас. За окном уже даже у меня как 26 минут 17 мая 2019 года. Увы, ночью информации еще пока нету, но надеюсь, она скоро появится. Мне было очень интересно создавать это видео. С ним у меня, конечно, было столько мороки. Старые версии настолько старые, что после того, как я начинал их снимать, мой компьютер тупо зависал и помогала лишь перезагрузка. Чтобы снять материал, я перезагружал компьютер 26 раз. Надеюсь, с ним все в порядке. Некоторые видео я записывал не сам, на них есть ссылка в описании. Советую вам на них перейти. Вот такими были эти долгие 10 лет. Майнкрафт менялся, менялись и мы. Становились старше, умнее, кто-то, возможно, глупее, но все равно... Майнкрафт у многих останется в сердцах навсегда. Возможно, я когда-то сделаю и более подробное видео про каждую из версий, но это уже совсем другая история. Надеюсь, вам понравилось, и вы также подписались и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. Можете вступить в наш паблик во ВКонтакте и подписаться на мой Инстаграм, а также добавить меня в друзья. С вами был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.